Ватные палочки Пигион, предназначенные для малышей от 0 месяцев, соответственно, с рождения можно использовать, ограничений нет. Упаковки 50 штук. Собственно, люблю в принципе фирму Пигион, и палочки эти не стали исключением. В упаковке 50 штук, как я уже говорила, каждая палочка находится в отдельной упаковке, что очень удобно, то есть ты можешь каждую отдельно открыть, отсоединить от общей ленты и использовать отдельную палочку, остальные останутся чистыми, нетронутыми, не запылившимися, хранить можно также в коробочке. Здесь одну палочку я уже открыла, значит, инструкции по открытию есть на каждой отдельной упаковочке. Вверху есть розовый край, который просто нужно потянуть в разные стороны, и, собственно, палочка открывается. У палочки есть розовый и белый слой. Розовый слой предназначен, липкий, предназначен для сухих, например, козявок достать из носа, да, малыша, либо ушную раковину прочистить, именно по самой ушной раковине, не внутри. А белый слой – это обычная палочка, спрессованная достаточно сильно, то есть вата не разлезается, в носу у малыша не останется, что, конечно, большой плюс. Хоть ограничителей или нет, но, собственно, никогда проблем никаких при использовании данных палочек не было. Получается всегда аккуратно достать из носа малыша. Ну, тут уже зависит от того, нравится ли это малышу и даст ли он вам, в принципе, это делать. А так палочки очень удобные, маленькие. Рекомендую к покупке.